Главного арбитра Эрлан Нарбаев. Исмаил за рубежом, за национальной сборной Кыргызстана. Тем временем в атаке нефтяники. Мягкий заброс. На подборе удар по воротам рядом со штангой. Пока нечего вспоминать. Основная борьба идет именно в центре поля. И нужно заметить, наверное, что... Что странно, да? Здесь тем временем и гол! Только хотел я покритиковать команду. Ну и слышим, да? Нефчи чемпион. Молодые воспитанники. Ой-ой-ой, какая ошибка. Выход 1-1. И гол! Ну вот. Сраилов. Смещается. Под правую ногу навес и удар через себя. Да, я ожидал, еще в конце первого тайма говорил о том, что нефтяники большими силами будут идти в атаку. Здесь тем временем момент. И мяч застревает между минусов. Может исполнять. И исполняет центрального нападающего. Но широкоформатный футболист может и в оттяжке выступать. Олувасен, смотрите, двоих проходит. Бьет поворотом. Еще один удар. Рикошет. Но длинная передача. Олувасен не успеет, конечно, к мячу. Если бы успел, он был бы, наверное, в офсайде. Рашидов. И Рашидов ошибается, можно отдать направо, можно и пробить. Удар по воротам, Олувасен пробивал. Подключался, поправил. Они на поле, также Джавахир Расулов и Мурат Яхшиев. У нас находятся в резерве. Узбекские легионеры. Мурат Юнайтед в атаке, очень здорово. И здесь удар по воротам, и смотрите, как... В редких случаях, да, с такой дистанции мяч залетает в ворота. Ханыбеков, навес. Через себя здесь пробивает один из игроков. Хороший пас левой ноги. И Ризавлад Хакимов. Сместился в центр. Не смог пробить еще один удар. Но уже очень предсказуемо. И Нефчи левым флангом в атаке. Нефтяники. Юсен Улуэсенбек. И за левой ноги удар поворотом состоялся. Все-таки